Здравствуйте. Hello, everyone. My name is Чон. Меня зовут Чон. Знакомьтесь, это Донг Хи Чан. Он живет в Сеуле. Столица Южной Кореи мало чем может удивить местного жителя. А вот другие города и страны, пожалуйста. Уже не первый год в топе туриста Бобруйск. Для искусствоведа и театрального критика Республиканский фестиваль национальной драматургии большой интерес. К сожалению, в этом году его отменили. Но наш герой решил не упускать возможность и познакомиться с известным белорусским городом. Заодно снять ролик для друзей. Бобруйск. Город. По классике – променад по социалке и знакомство со старым городом. Историю и географию Бобруйска не объять за день, но гость не теряет надежду. Танк Бахарова – памятник воинам-авиаторам, обязательные пункты экскурсии. Затем ближе к местной природе. Не посетить Березину просто невозможно. Она самая длинная река, которая на всем своем течении расположена в Беларуси. Гость сравнивает ее с Ханган – важнейшим водоемом в Южной Корее. И, конечно, надеется увидеть символ города – Бобров. Hello, mom. I'm here, Бобруйск, Belarus. See you next week. I'm mask, don't worry, mask, don't worry. Белорусские березы напоминают гостю о дереве сакуры в Корее. Общего у них, конечно, немного, но и те, и другие отражают красоту своей родины. Дальше турист отправляется в Свято-Никольский собор. Основная религия в Южной Корее – традиционный буддизм, но и христиан там немало. У меня очень много друзей в Бобруйске. Они показали мне достопримечательности вашего города, рестораны, какие-то культурные места. И когда я вернусь обратно в Корею, я еще больше углублюсь в изучение вашего города. Донг Хи Чан все время сравнивает Бобруйск и Сеул. Оба города чистые и красивые, но один большой и шумный, а другой маленький и уютный. Плюс здесь гостеприимные, добрые люди. Южнокорейский гость уверяет, вторую часть ролика он снимет непременно. I'll be back. До свидания. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск 360.